Если фамильные деревья – это пока проект, то обычные саженцы уже активно высаживают в городе. Специалисты Зеленстроя поделились с нами своими планами. В данный момент ведутся работы по дальнейшему благоустройству. Сеем газоны, косим газоны, ведем работы по благоустройству Пионерского проспекта. То есть, в принципе, в этом году уже большой задел в этой области сделан и будет продолжаться делать. В Анапе уже высадили лиственные и хвойные деревья, убрали сухостои и ветки. Не забыли и о цветочном наряде города. На клумбах уже успешно прижились около 30 тысяч виол. Но свой вклад в благоустройство и озеленение, по мнению агрономов, должен внести каждый житель. Как говорится, у хорошего мужчины три задачи – посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Поэтому приглашаю и призываю всех настоящих мужиков, анапчан, провести работу по благоустройству прилегающей территории к своим домовладениям. Это будет радовать глаз не только их, но и будущее поколение.